Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай то же. Иоанн Предтеча. Лет пять было, шесть, он говорил, что зачем у меня такого родить? Ну, как бы это самое вот, и вам со мной тяжело, вот такое его было, вот где-то, наверное, было лет ему еще 5-7. Ну, потом мы всегда говорили, мы тебя любим, ты у нас ничем не отличаешься, просто у тебя есть что-то, ты не можешь делать, ты полноценный, и он любящий, мы все его любим, старше его, и мы, может, поэтому он себя как бы любит и не зацикливается, что он инвалид. Мы его не считаем его инвалидом, полноценный, как бы все. Просто мы ему объясняем, что ты не можешь некоторые вещи делать, но ты научишься. У Александра и Натальи Колесниковых четверо детей. Старший сын и дочь уже создали свои семьи, живут отдельно. Младшим детям, Максиму и Маше, по 13 лет. Маша учится в обычной школе, в то время как Максим все время проводит дома. У него детский церебральный паралич. Зачастую об этом заболевании родители узнают, когда возраст ребенка приближается к году. Поскольку на момент рождения двойни у Натальи уже было двое детей, она помнила, как они развивались. И потому уже через несколько месяцев после рождения Максима забила тревогу. Сразу заметила, что у нас сильно спастика была с рождения. Маша была расслаблена, а нам, наоборот, говорили, что Маша у нас, наоборот, у нее что-то это расслабленное, а он... Фактически я дошла до центра, который там с года брали, но я уже в 4 месяца выпросила, чтобы нас посмотрел нейропатолог. Сказали, все нормально с детьми. Я не остановилась, я начала искать какие-то специальных, которые опытных врачей. И мне подсказали, что есть центр. Мы сами-то не из Свердловской области, и дети у меня старшие выросли в Курганской области. Поэтому я не знала здесь, где центры, где профессиональные врачи. Поэтому мне подсказали, я пришла в этот центр. Все-таки нас записали, я показала детей. Сразу Максима она поставила, что обеим ставили нам, что ДЦП, потому что они на цыпочки обои вставали. Но я каждый месяц ходила, нас смотрели, у Маши нормально, Маша стала на стопы вставать. А Максима в 8 месяцев сказали, что оформляйте инвалидность у ребенка ДЦП. Из-за спастики, постоянного напряжения мышц, Максим не может передвигаться. В то же время интеллект ребенка болезнь не задела. Мальчик учится в коррекционной школе. Учителя приходят к нему домой. Помимо этого, по интернету ребенок занимается по общей программе. Наталья надеялась, что с первого класса сын сразу начнет учиться в обычной школе. Но организовать это, к сожалению, не удалось. Учились на Уральске, прошли комиссии. Сказали, что ребенок должен как бы заниматься в общеобразовательной школе. Так как он ногами не ходит, нам сказали коррекционная, но не седьмого вида, как бы там, да, коррекционная. У нас есть такая школа в Новоуральске. Мы год проучились, потом они сказали, что он руками не пишет, нас перевели восьмого вида. Я не хотела как бы его отдавать в эту школу. Просила, что... Буду я привозить на уроки, во время перемен буду его, ну, где-то, чтобы он походил, и снова он садился. Мне сказали, что мне нельзя, да, нельзя. Программа коррекционной школы отличается от обычной. Чтобы восполнить пробелы, Максим уже несколько месяцев усиленно занимается. И теперь дистанционно все же учится, наравне со здоровыми детьми. У нас память очень хорошая, он прочитал и все запомнил, учитель ему параграф объяснил, и здесь же он на вопросы, тесты сразу все отвечает. У нас память у него очень быстро запоминает, стихотворение вообще 2 раза прочитает, 2-3, и он уже здесь мне наизусть рассказывает. У нас он там за урок может параграф 2 пройти, ну, в общем, у нас не останавливается долго на нем, он все знает и как бы это... Ну, легко ему учиться по устным, особенно предметам, ему легко, ему нравится это все. На компьютере, наверное, проще, чем... Да, он на компьютере все вопросы, тесты, вопросы, он домашнее задание делает, печатает и отправляет файлом или на Skype домашнее задание, да. Сам все делает. Встать без посторонней помощи Максим не может, но ребенок изо всех сил старается все делать сам.
Левая рука у него почти не работает, поэтому Максим научился все делать правой. Пусть получается медленней, не всегда может быть красиво, но все же сам. В садике уже кушал, пьет, кружку держит, ложку держит, сам кушает. Рукой правой он все может держать, все делать, упражнения какие делать. Писать, пишет коряво. Пластилином, это он плохо поддержит, у него нет этой расовой координации нарушена. Он бывает поддержит, и она у него все равно как-то уходит. Но в основном он правой рукой все это делает. По телефону мне звонит, когда я в магазин хожу. Он сам достанет телефон, на коляске сам передвигается по комнате. Компьютер включает по обучению дистанционному, сам включает. Сам программы выходит, какие предметы он все сам, я не понимаю в компьютерах. И общается по ноутбуку. Еще не было точного диагноза, а Наталья уже начала реабилитировать сына. Благодаря упражнениям голову Максим начал держать ближе к 3 годам. Ползать и ходить ребенок не умеет до сих пор. И по сей день Максим ежедневно выполняет большой комплекс упражнений, чтобы хоть как-то сдержать развитие болезни. Сгибы-разгибы ногами делаем, руками, наклоны делаем, чтобы ноги... Так сильно у нас он... Ставлю его на ноги, ноги у нас полусогнутые, стопа у нас в сторону уходит, ему тяжело. И мне тяжело его держать, потому что он уже тяжелый. Ему спину глажу, и какие-то упражнения делаем, чтобы наклон, наклониться, особенно пресс, что я ему даю палочку, и он стоит. Где-то и пройдем немножко с ним, проходим там сколько-то, сейчас на улице, что его ставлю, хожу. Уже тяжело, сейчас эти 2 года мне тяжело. А так все время он у меня на ногах был. В кругу елки, вокруг елки я его вела, и он ходил. Только в этом году мы не стояли вокруг елки, а так мы всегда ходили вокруг елки с ним. Последние годы стоять Максиму стало особенно тяжело. Если раньше он мог уверенно держать равновесие, то теперь это удается ему с трудом. Год назад выяснилось, что ухудшение состояния связано с подвывихом тазобедренных суставов. Делали у нас подсечку, стопа у нас была деформация стоп. Мы думали, что у нас просто сухожилия, когда он вырастает, и они не растут у него, что стягивает. А потом выяснилось буквально в том году зимой, год назад, что у нас подвывихи тазобедренных суставов обеих. Ему больно, и у нас идет, он не может у нас, на ноги встает, и у нас вообще он не может, у него как-то он встал, это забедренный вообще, он заваливается. И он не может сидеть, он вообще никогда не мог сидеть. Только если у стола сидит, опора есть, он сидит за столом. А когда на коляске, мы его даже к коляске привязывали, у нас специально есть этот поясочек, или он руками обхватывается, потому что у него бывает такой как по нему ток проходит, и он может улететь. Подвывихи в суставах нередко встречаются у больных ДЦП. Первую операцию Максиму сделали в Екатеринбурге. Прооперировали тазобедренный сустав на правой ноге. Но чтобы полностью решить проблему, нужно также исправлять колени и стопы обоих ног, которые сильно деформированы. Такие операции делают в Кургане, в институте имени Елизарова. Сложная операция. У нас 2 операции будет. Это сначала одну ногу буду делать, тазобедренный сустав, коленный сустав и стопу выводить. Потом через недельки-2 будут 2-ю ногу делать. У нас уже, как у нас одна уже тазобедренная сделана, нам будут коленный делать и стопу из 2-й ноги. В гипсе ребенок проведет все лето. Предварительно решено, что Максима отпустят домой только на 2 недели. Остальное время он пробудет в больнице. Саму операцию и нахождение ребенка в больнице оплатит государство. Мы поехали сами туда, сами заплатили деньги за консультацию в Кургане, сами созвонились, записали нас, мы сами съездили, нас посмотрели, дали нам справочку, что нам нужно делать, чтобы нам квоту оформлять. Конечно, главная мечта Максима – научиться вставать и ходить без посторонней помощи. Хотя первая операция прошла для него непросто, сейчас ребенок согласен на любое лечение, лишь бы двигаться стало хоть немного проще. Жду, что у нас ноги будут выпрямиться, ноги, деформация стоп уберется, и он, я думаю, что он сначала может ходить на ходунках,
ходунках, а потом будем как-то костыли. Я думаю, что если вот эту нам операцию сделают, потому что мы с доктором поговорили, но у нас сказали, что я сделаю, что в моих руках. Я надеюсь, что не только немножечко будет ходить. Мы все усилия на это, лишь бы он стал ходить. Будем заниматься и будем ездить по возможности. Как нам уж тяжело будет, но будем добиваться, чтобы он его поставить на ноги. Я всю жизнь добивалась и хотела, чтобы он пошел на ноги. И хотя саму операцию Максима оплачивает государство, Колесниковым потребуется немалая сумма на дополнительные расходы. Питание и, главное, проживание мамы на протяжении 3 месяцев в Кургане квотой не предусмотрено. Обе операции оплачены, документы уже в Минздраве, заберем на днях, съездим. И за счет государства? За счет государства, да, нам не отказали. Я позвонила заведующей отделением, которая нас записывала, когда у нас будет операция, и врач нам сказал, что хотели как бы его одного, но говорит, кто будет за ним ходить, что все равно будет мамочка, потому что некому ходить, там много таких были. Сказали, что условий для мамочки нет. Если и там я буду находиться, мне надо с собой или этот спальный мешок, или что-то вот такое вот. Или сидеть там на стуле, как-то там на стульях. И что только для ребенка все там, питание для ребенка там все. А мне самой надо будет, да, это самое, питаться как-то вот это все. Чтобы я там с ним была, находилась, и что там, может, и там, как таблетки, вот это что-то они сказали, что с собой это надо будет брать, даже написали, может, что-то вот придется, ну вот на свои себе. Ну, я думаю, что около 100 тысяч, 90, 100 тысяч это надо будет, да, на все лето, и может, что-то нам, какая-то реабилитация, чтобы нам еще что-то, ну, процедуры какие-то нам сделать, или съездить, или дополнительно, чтобы нанять вот этот же массаж или разработку. В большой семье Колесниковых у мамы, папы и каждого из 4 детей есть одна общая мечта – чтобы Максим встал из инвалидной коляски. Сегодня у нас с вами есть возможность поучаствовать в жизни Максима. У семьи из небольшого городка 100 тысяч на поездку нет. А откладывать операцию нельзя. Чем старше становится Максим, тем сложнее деформируются его суставы. Не раз мы, объединившись общими усилиями, давали детям возможность попасть на лечение и встать на ножки. Давайте поможем и Максиму. И даст Бог, уже осенью он сможет выйти на улицу без маминой помощи и инвалидной коляски.